Канал «Марсианские хроники» представляет вам главные новости дня. Ученые Университета Колорадо исследовали микробы, которые каким-то образом выживают в одном из самых негостеприимных мест на Земле – горячем токсичном кислом озере в вулканическом кратере Лагуна Кальенте в Коста-Рике. То, как микробы-экстремофилы приспосабливаются к такой среде, может показать, как они могли выжить на более молодом, более влажном и вулканически активном Марсе. Исследователи Лундского университета Швеции обнаружили в полярных льдах свидетельства неизвестной и очень интенсивной солнечной бури, которая произошла 9200 лет назад, когда звезда переживала глубокий минимум активности. Ученые проанализировали содержание бериллия-10 и хлора-36 в ядрах двух космогенных изотопов, которые сохранились во льду и колебания которых следуют за колебаниями космического излучения. Солнечные вспышки и выбросы корональной массы связаны с выбросом частиц очень высокой энергии в межпланетное пространство. Эти всплески могут достичь Земли и даже парализовать системы связи и энергосистемы планеты. Калифорнийский технологический институт представил новый наноматериал, который обладает свойством, которое ранее было возможно только теоретически. Он может преломлять свет назад, независимо от угла, под которым свет попадает на материал. Это свойство известно как отрицательное преломление и означает, что показатель преломления в части электромагнитного спектра для материала отрицателен под любым углом. Свет направляется под углом, полностью противоположным тому, под которым он попал в материал. Этот эффект имеет решающее значение для будущего нанофотоники. Ученые Гавайского университета в Маноа создали систему оповещения об астероидах, которая теперь может сканировать все темное небо каждые 24 часа в поисках опасных тел, которые могут упасть на Землю. Финансируемая НАСА система Atlas расширила свое присутствие до южного полушария за счет двух новых телескопов на Алеокала и Маунолоа.